Всем привет! И сегодня я бы хотела дать немного советов начинающим LPS-блогерам. Совет первый. Не тряси пэта во время съемки видео. Совет второй. Максимально убирай руки при съемке видео. Совет третий. Если ты замечаешь, что пэт падает, поставь эту сцену на паузу и пересними. Совет четвертый. Хорошо отредактируй видео. И если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал.